сначала. Вот, Татьяна, вот это что ли? Нет, вот это вот мамка. Вот это с 17-го года ее дочь. И вот они. Две козликов мы съели. Чего? Козликов мы съели. Ну, я говорю, если козлики, мы на мясо будем. Этого года осталось. А два парня мы съели тоже. Это все она рожала, да? То есть эти 17-го года, это 18-го, вот, январь. И сейчас она беременна. Хорошенькие. А вот это... Веслоухие. Они вот от нубийского все козлы. А слушайте, вот так лучше, чем на фотографии. Ну, наверное. Поэтому, наверное, у вас и не продавались они, ну, чтобы это... Чем масенькие, вон та такая хорошенькая. Вот эта вот маленькая. Маленькая, да. И она ее родила одну, но она крупнее намного, чем вот все. Хоть одна вот, но крупнее. Ее оставляете, да? Да, я вот девчонок-то всех, я хочу вообще на них перейти. Вообще супер, 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 супер. Сейчас я еще посмотрю нашу красавицу. Чего? Любопытная к нам обращает внимание. Значит, да, девочка, девочка, ты как у нас доедешь-то, а? Давайте так, где у вас там барашка-то? Это разве баран? Баран. И ты тоже такой хорошенький. Какой баран? Ты вроде козел. Нет, это не Романовский. Может, я не знаю. У Романовских белые. Здесь фермы. А какие тут, я не знаю. Парень знает. Ух ты! Овца готовилась, стала одичала. И родила вот сейчас в ноябре. С 1 ноября родила в поле. Он говорит, а что, жалко, собаки разорвут. Да. Она поймала домой. Кормила молоком 2 недели. Коровьим. Да что, хороша там вот эта маленькая. Тебя, на, ты мне сейчас заснимешь, как я буду, попробую ее подойти. Надо, я тут ничего не принесла. Вот, не знаю, как? Смотри, вы только отойдите станок, она заберется сейчас сразу на станок. Иди сюда вот. Ты хоть смотри, что ты хорошо. Боится, боится. Ну это видно, что беременна, а мы первую покупали, когда самую первую. Мы не бойся, тебя никто не обидит. Иди. Видишь, как станок делает? Вижу. Она знает, что не время. Ой-ой-ой-ой, погоди. Так может сначала принесете что-нибудь? Да вон у нее там, комбикорм. Может, с фонариком включить? А может, да, давай. Да не бойся, все, ты у меня умница. Не бойся. Хорошо, давай. Ну так-то вот я... Делаю. У нас крем. Это не крем. Она не орловская? Я не знаю. Это. Ну, козлики какие-то мясные у нее получаются, да? Потому что орловская, она это мясо молочное. Да, папа нубийский. Вот это все папа нубийский. Ну, вот на фотографии, да, он там первый. Ну, а у нее-то папа тоже нубийский? Нет, нет. Рутика, я вроде как прямо из дома. Тихо. Чувствую чужую руку, да. Да, тихо. Маленький. Давайте попробуем. Какая? Да не бойся, тебя не обидят. Все хорошее, все. Молочка, дайте руку, я помажу вот так немножко. Ну, все, твою молочку, твою. Да. Красавица, все. Как мы тебя повезем-то, а? Аккуратненько как-то. А у вас-то нету, да, сейчас это вызвучим. Сейчас нету муж на рыбалке. Что, поймал вчера щуку на 6,5 килограмм на радостях, поехал девочка сегодня еще за одной, говорит, еще поймай. Ну что, заснял, да? Дается все, моя девочка. Ну как мы тебе, даже жалко, блин. А корм каким кормите? Комбикорм свиной. Свиной, да? Замачиваю, вот осталось-то, вот убрала. Ну, свиной, да? Я свиной. Крыску я пробовала, я что-то они не едят его замоченные. Оно как-то темнее, темнее, темнее. Я то этот, как универсальный покупала, как бы курам, уткам там всем. И добавляла, а кому что добавить. Перепелов осталось, я вам...